Вот они, вот она работа. Молодец, еще один. Здорово, еще. И вот этот, орелик. Молодец. Как я попал сюда, у меня были проблемы с коленями, с мышцами ног, с голеностопами. И однажды меня вызвали в сборную. Там у меня появилась проблема, то, что мне не хватало в физическом плане. Я сказал своему агенту. Первоначальную задачу поставили то, что я бы подготовился за неделю к квалификации на чемпионат Европы юношеский, чтобы поехать и, ну, отыграть, показать себя с лучшей стороны. Пришел сюда, мне сначала давали такие довольно простые упражнения. Ну, с виду они были простые, конечно, я их не мог делать, потому что я был очень слабый. Но потом постепенно я привыкал. Но со временем понял, что Петр Степанович и Игорь Петрович большие профессионалы. И я начал им доверять, потому что они действительно переживали за меня, за мои травмы, за мои успехи. На сборы предварительные перед чемпионатом Европы у меня было 8 дней. И за 8 дней Игорь Петрович поднял мне физическую форму. Я поехал на чемпионат Европы и отыграл за 5 дней 3 матча по 90 минут. И после первого матча я реально понял, когда я отбегал 90 минут, и мне даже не хотелось присесть. Мы сыграли первую игру с румынами 1-1. И я действительно понял, что меня хватило на весь матч, и то, что я могу еще больше. Действительно, я чувствую, как я прибавляю, как я укрепил свой организм. Большое спасибо Петру Степановичу и Игорю Петровичу, то, что готовит меня, то, что тренирует меня, то, что заботится об моем здоровье, о моей мечте, так сказать, то, что вот я хочу связать всю жизнь с футболом, они мне помогают это сделать.